Ну что, поехали. Спасибо этому дому. Тихо, спокойно. Ночью приезжала полиция, стояла метрах в 200. Наблюдала, не подходили, ничего не спрашивали. Проеду я через Тамбовку, поселок называется так. Поселок называется Тамбовка. Сейчас камеру поставлю и поверну. Только где она, эта камера? Ее еще найти надо. Куда камера делась? Она никуда не делась, она. Определено. Едем через Тамбовку. Маршрут перестроен. Через 400 метров поверните направо. Хорошо. Вот поселок Тамбовка. Люди спят. Сегодня, по-моему, суббота. Магазин.
через Тамбовку проехать. Двигаюсь в сторону Благовещенска. Навигатор показывает 50. Пятьдесят три километра. Приличный дом, пятиэтажный. Справа школа. На мой взгляд, вполне уютный поселок. Через 600 метров на светофоре поверните направо. Хорошо. Магазин еще «Чистый мир», «Винный мир», название «Мирное». Справа магазин «Уют». Владимир Ильич Ленин, памятник ему. Слева клуб или кинотеатр с какими-то чертежами на асфальте. Я опять не буду слушать. Поверните направо. Поеду прямо. Вполне уютный, приличный поселок. Улицы прямые. Катишься. Поверните направо. И это я прямо. В основном дома одноэтажные. Маршрут перестроен. Через 100 метров поверните направо. Поверните направо. А я хочу доехать до конца, до световых, до еще один магазин. Маршрут перестроен.
Через 300 метров поверните направо. До конца главной улицы доехать. Поверните направо. Это главная улица поселка Тамбовка. Деревья все желтые. Маршрут перестроен. Через 200 метров поверните направо. Спят еще. Поверните направо. Автобус догоняет, обгоняет. Маршрут перестроен. Через 200 метров поверните направо. Да что такое направо, направо? Я вас за автобусом поеду. Может, в тупик не привезет? Хотя может. Поверните направо. Маршрут перестроен. Через 600 метров поверните направо. Вот здесь я повернул направо. Я проехал по главной улице. Это заправка, по-моему, нет. Константиновка, 57. Раздолье, 18. Подруга, блин, меня право, налево. Маршрут перестроен. Увеличил себе путь на 10 километров. Навигатор показывает уже не 50, а 61. Еще дорога вполне приличная. Района любит свой район. Ну да, на дороге есть некоторые раковины, изъяны.
городская или поселковая свалка твердых бытовых отходов. Температура 4 градуса, но она чувствуется, по правде говоря. Хоть в кабине и показывала в салоне плюс 9, на самом деле прохладнее было, я чувствовал. Кто перебегает дорогу? Собачка? Собачка. Так удивленно посмотрела. Что ты здесь делаешь? Поля, кругом поля, чернозем. Землю вспахали. Приготовились к зиме, а может быть уже зимой посадили, не знаю. Но поля убраны. Своеобразный ямочный ремонт.
участок дороги, вернее, вот эта дорога, по которой двигаюсь, Яндекс.Навигатор отметил серым цветом. Или потому, что по ней мало кто ездит, или информация устаревшая о том, что дорога грунтовая. Но связь уверенная. Кстати, мегафон хорошо отработал в Тамбовке. 4G или 3G. Быстро загружался интернет. 3G формат. Теле2 здесь нет. Через 5 километров правый поворот. Солнце в спину. Еще не взошло. Горизонт розовеет. Ну, сейчас разверну. Это правый поворот. На боковую камеру, наверное, будет видно. Нет, не все поля убрали. Вот с левой стороны еще что-то растет, что не знаю. Может, пшеница, может быть, ячмень, может, овес. Зерновые злаки. Дорога приличная, но вот отдельные участки, конечно, это все портит. Причем ямки нехилые. Он показывает уверенную, а нет, не уверен, 25% мощности сигнала.
2 километра 300 метров. Правый поворот. Что такое ограничение 10 тонн? Мост, что ли? Метр 900 метров, правый поворот. Парит с правой стороны озеро, наверное. Озеро не очень похоже. Наверное, река. Какая рыбалка тут. Так, догоняет меня УАЗик, по-моему, микроавтобус. Грузовичок. Молоко, наверное. Вернусь, верно. Через 500 метров правый поворот. Лермонтовка, 3 километра от дороги. Поверните направо. Поворачиваю. А что тут? Грунтовка. 4 километра.
населенный пункт. Поселок небольшой. А дорога хорошая. Дорога хорошая. Дома добротные. Деревянные, каменные. Гаражи. Ну, скотный двор слева, он стандартный. Ну, птица водится. Птицефермы, вернее. Управление, надо полагать. Автобусное сообщение. Ну, дорога для сельской местности в удовлетворительном состоянии. Лучше даже, чем во многих маленьких городах. Пастух собирает стадо, видать. Украшенные заборы, росписью. Вот видите, зеленые. Симпатично. Не просто серый бетон. Через 300 метров поверните направо. Да. Вот стадо вышло. Вот буренки какие. О, буренки. 10-20. Поверните направо. И куда я приеду? Прямо 16 километров. Спутниковые антенны. Что, вполне приличный поселок. Склад сельхозтехники, КСМ, склад первого только кончилось.
Только хватает. Глаз ни слева, ни справа, деревьев нет. Открытые поля. До горизонта. И урожай еще не собран. Что растет, не знаю. Он показывает 100% уровень сигнала 3G. Большая беда – это утром и вечером, когда едешь на солнце. Вот вчера вечером, подъезжая к Тамбовке, поселок Тамбовка, вообще видимость была нулевая. Ясная погода, все чисто, сухо, но солнце лежало прям, говорит, чуть ли не на капоте, вот слепило и ничего не было видно. Это на закате. Такая же бывает и ситуация.
там на восходе. Далеко слева на горизонте вижу какие-то строения. Может, это пригород Благовещенска. Вышли на... идут на пастбище. Овочку идет голодная. Подсобное хозяйство люди держат. Утром на пастбище. Хорошая дорога. Аккуратные дома. Село живет, вот здесь они живут, и возрастные категории разные, и молодежь, и люди моего возраста. Десятый год идет, не седьмой десяток, а 70-й, полных 69 лет. Налажен быт, налажена жизнь. Чего людям выезжать? Куда?
такой небольшой экскурс, заезд с заездом в несколько сел. Сейчас солнышко опять брызнет в глаза своими лучами. Большой Алина.